Макси, только что заснула. Ты, наверное, устала, Блум. Знаешь, я не думала об этом. О чем? Мы много лет боролись с ведьмами и монстрами. Я не думала, что такое может случиться. Я не думал, что это случится с одним из нас, с Набу. У них с Лейлой были большие планы. Если печали нахлынули вдруг, держись, ты говоришь, я знаю, ты мой друг, ты не сдавай. Смотрю, как ты, ты научил меня всему. И вот сегодня я пою, как в раю. Я благодарна, что ты есть у меня. Я стала лишь сильней, иду к мечте своей. Поздравляю, Лейла. Твоя злость сделала тебя сильнее. Мир людей скоро начнет бояться фей. Я не против людей. Я присоединилась к тебе, потому что хочу отомстить черным магам. И не забудь, Небула, Агрон мой. Твое желание может очень скоро исполниться. Разведчицы нашли их. Где? Они прячутся на леднике в измерении Омега, на планете-тюрьме. Они думали, что они сбежали, но они не правы. Сегодня мы пересечем границу Магикса и догоним злодеев. Нас никто не остановит. Нигде и никогда. А разве нам не нужно разрешение королевы Морганы? Моргана уже не проблема. Мы скоро захватим дворец, и королевой станет другая фея. Но Моргана королева. Вы уверены, что это единственное решение? А! Моргана больше не может защищать фей. А? Теперь наша очередь. Моя энергия! Она исчезла! Нет, нет, нет! А? Это дело рук Небулы! А? Нет! Нет! Моргана! Рокси, мне приснился кошмар. Моргана в опасности. Нам не надо было оставлять ее. Все в порядке, Рокси. Это был просто сон. Она не одна. Она в замке, в безопасности с феями. Но Небула и феи-мстители тоже там. У меня плохое предчувствие. Я видела Моргану. Она похожа на призрак. Она в заключении в странном месте. Она кричала. Это уже случалось. Рокси, снятся вещи и сны. Поспешим. Если королева в опасности, мы не должны терять ни минуты. Угу. Oh!
Куда делись все феи? Вы это слышите? Я вообще ничего не слышу. Вот именно, Стелла, это ненормально. Похоже, тут все остановилось. Но что-то еще движется. Эй, малыш! Назад! Это защитное заклинание. Не подходите ко входу в замок. Солнечный ураган! Отпусти меня, ящерица-переросток! Спасибо, Гелия. Атака гармонии! Что происходит? Бьешь их, а они раздваиваются! Это как на распродаже. Попадаешь в одного, второго получаешь бесплатно. Нам надо уйти отсюда, пока не поздно. Рокси, башня! Иди к башне! Моргана говорила со мной. Нам надо попасть в башню, она заточена в ней. Вы спасайте Моргану, а мы займем на время этих чудищ. Рокси, ты и Стелла и Флора пойдете со мной. Муза и Текна, останетесь, помогите ребятам. Надеюсь, нам хватит сил справиться с ними. Атака гармонии! Может, ты сильный, но попробуй сделать так. Удачи! Сюда! Посмотрим, насколько они быстрые! Волшебное эхо! Вот так! Теперь у них есть повод порычать! Отлично! Пойдемте присоединимся к девочкам. Ты уверена, что это правильный путь? Не знаю, правильный ли это путь, но он единственный. Что это будет непросто. Рокси, что такое? Просто чувство. Всего на секунду. Как будто Моргана тут, но в то же время далеко. Если она во дворце, мы ее найдем. Пошли. Ну что ж, тихо мы уже не войдем. Не волнуйся, тут никого нет. Это зал памяти прошлых королев-фей. Мне кажется, статуи говорят нам, куда идти. Да. За мной! Сюда! Надеюсь, феи где-то прячутся. Если кто-то заставил Моргану и ее свиту исчезнуть, нам стоит волноваться. Вы вошли туда, куда не следовало. Вы заплатите за свою ошибку. Инкс, Быстрикс!
Давайте объединим наши силы! Соединение Беливикса! Бой еще не закончен. Я тоже здесь. Небула, я знала, что это твоих рук дело. Если ты все знала, Блум, зачем ты вновь пошла против меня? Вам бы не пришлось пережить это унижение. Вас победила ваша старая подруга. Лейла, зачем ты это сделала? Я думала, мы друзья. Мы не друзья, Стелла, мы распрощались. Что вы сделали с Морганой? Те, кто не идут с нами по пути мести, будут быстро забыты. Все феи во дворце присоединились ко мне. Моргана осталась одна. Такая судьба ждет всех, кто не с нами. Такая судьба ждет вас. Вы станете тенями, которые исчезнут в свете вашей силы, и Моргана уже никогда не вернется. Рокси! Королева Моргана! Сегодня все феи отправятся в измерение Омега, чтобы наказать магов за их преступления. После этого настанет очередь землян. Мы, феи, будем править миром и уничтожать всех, кто нам помешает. Ты сама не лучше магов, которых преследуешь. У меня нет времени стоять и слушать это. Подведите их к зеркалу. Ты поработила феи, как и Агрон. Ты так представляешь себе справедливость. Не напрягайся, мы уже знаем ответ. И нам этот ответ не нравится. Стереофрей. Хвост Скорпиона. Солнечный ветер! Рада видеть тебя снова! Вы пришли вовремя! Как вы нас нашли? Статуи королев показали нам дорогу. Остановите их! Спасибо! Что ж, вижу, вы быстро нашли мне замену. Лейла, ты всегда будешь одной из нас. Мы не можем бороться с тобой. Неужели ты не понимаешь? Тогда уходите отсюда. Дайте нам отомстить. Убийцы Набу должны быть наказаны. В прошлый раз мы были не готовы к атаке. На этот раз тебе будет непросто. Луч Морфикса! Щит Сириуса! Лейла, ты уже проиграла! Муза, если бы ты чувствовала мою ярость, ты бы поняла, почему я так поступаю, и не останавливала бы меня! Эту войну начала Небула! Ты сможешь отомстить, ну какой ценой? Я! А тебе будет лучше, когда ты отомстишь магам! Или ты начнешь ненавидеть всех в волшебном измерении! Прекрати это безумие, Небула! Останови воинов и освободи Моргану и других узников. Мы поможем вам. Мы хотим помочь. Ты опоздала, Блум. Уходим, пока я не передумала. Феи-мстительницы, соберитесь. Лейла, следуй за нами. Время пришло. Мы откроем ворота волшебной вселенной. Нас ждет измерение Омега. Не делай этого. Пожалуйста, Лейла, не уходи. Ты не такая, как они. Девушка, которую вы знали, сломлена, как цветок, который Агрон мне подарил. Я хочу вернуть ему его дар. Прощайте, Винкс! Нет! Браво, Лейла! Начнем погоню! Мы должны полететь и остановить их, пока Лейла не совершила ужасную ошибку! А как же Моргана? Мы не можем бросить ее в зеркале! Давайте просто разобьем зеркало и освободим ее. Но заклинание тьмы смертельно. Он охраняет тюрьму и порабощает любого, кто пытается его разбить. Только королева фей может управлять зеркалом. Тогда вы в руках Небула? Нет, хотя Небула заняла мое место, она не стала королевой. После меня трон принадлежит принцессе Тирнан-Ок, моей дочери. Ты можешь спасти меня, Рокси. Я? Дорогая, я так долго тебя искала. А я думала, что ты... Не говори этого, Рокси. Я жива, я здесь, я всегда была с тобой.
ты была малышкой, когда меня поймали маги. Агрон стер память твоего отца. Я провела многие годы в подземельях этого дворца, мечтая увидеть тебя снова. В своих снах я нашла тебя, и теперь ты готова принять мой трон. Ты последняя земная фея. Наша единственная надежда. Благодаря твоим друзьям ты нашла сама себя. Мы с тобой так похожи, Рокси. Мне пришлось долго ждать, чтобы узнать правду о своей жизни. И знаешь что? Любовь матери стоит того, чтобы ее ждать. Теперь мы должны найти Небулу и остановить эту мстительную войну. Куда ты собрался, Гантлос? Может, покажешь нам свое колдовство? Без друзей ты не такой уж и смелый. Вставай, маг! Встань и прими свою судьбу! Хватит! Вперед, сестры! Их всего пятеро! Вам стоит нас пересчитать! Остановитесь! Я приказываю вам! Они в порядке? Не бойтесь, они скоро очнутся. А Гантлос снова сбежал. Ненадолго. Он поможет нам найти его. Лети и смотри. Помоги нам найти следы Гантлоса. Наши разведчики доложили, что маги прячутся тут. Держите глаза открытыми. Винкс тут, с Рокси и Морганой. Надо уходить, Агрон. Нет. Если мы сбежим, то будем бежать всю свою жизнь. Измерение Омега — это лабиринт из камня и льда. Мы дождемся их здесь и нападем. Это последний шанс победить наших врагов. Сюда! А? Я слышала голоса. Они доносились оттуда. Неприятное место. Здесь заточены самые опасные преступники в мире. Не волнуйся, в волшебном измерении приятнее. Я надеюсь. Тут был Гантлос. Увы, эти феи встретили его. Они замерзли, но они живы. Вы! Что вы сделали с нашими сестрами? Остановитесь, мы просто хотим им помочь. Приготовьтесь, по моему сигналу. Я пришла сюда не для того, чтобы драться с тобой, Небула. Я хочу, чтобы ты перестала мстить и вернулась домой. Смотрите вокруг, тут холодно и пусто. Это похоже на сердце Агрона и магов. Но вы не такие. Вы лучше их. У вас есть шанс доказать это. Я поняла это благодаря своей дочери. Твоей дочери? Я здесь благодаря Рокси и ее замечательным друзьям. Если я расстроила вас как королева, то я уверена, что Рокси будет лучше меня. Я готова уступить трон, если вы вернетесь домой и начнете жить обычной жизнью. Да будет так. Я королева. Стань снова феей мира, Небула. Ты нужна земле. Никогда. Вперед! Я отомщу тебя, Агрон. Лейла, нет! Вы со специалистами выводите отсюда фей, хорошо? Сюда! Быстрее! Теперь наша очередь! Оставайтесь со своими феями, Моргана! Мы вернем нашу подругу! Да! Нам надо вернуть Лейлу! Быстрее! Быстрее! Не! Не!
Агрон, я больше не могу бежать. Подожди меня, пожалуйста. У нас нет времени. Скоро эти феи будут здесь. Может, ты хочешь их подождать? Вперед! Спасибо! Смотри, следы! Они были тут. Теперь они в ловушке. Ну, пошли схватим их. Помни, Лейла, загнанные звери опасны. Вы это слышите? Это звуки боя. Мы близко. Вот так. Нет. Похоже, тут нет выхода. Все кончено. Это тупик, Агрон. Я скажу вам, когда все будет кончено. Если это дно измерения Омега, то давайте рыть глубже. Если тут нет выхода, мы сделаем собственный выход. Агрон! А? Вам некуда бежать. Повернитесь и деритесь. Мы не сдаемся без боя, девочки. Нет, Лейла, не дай им победить! Ха! Волна Мафикса! Видимо, ты хочешь отомстить за Набу. У тебя не хватает для этого злости. Блум! Девочки! Ты думала, мы тебя отпустим? Давай сдадимся, Агрон. Никогда! Волшебное соединение Беливикса! На этот раз это точно! Небула! Я останусь здесь. Но почему? Я отказалась от света ради темной силы. Они меня изменили. Нет, Небула, в душе ты добрая. Ты всегда будешь такой. В тебе больше нет темных сил. Это Блум, она выбралась. Моя королева, простите меня. Встань, Небула, встань, моя подруга. Привет, Лейла. Не волнуйся, все будет хорошо. Мы с тобой, все хорошо. Эй, солнечный луч. Такое в измерении Омега бывает редко. Это точно. Но сегодня же особенный день. Сегодня первый день нашей новой жизни.
Сегодня мы воспеваем мир и правду. И мы благодарны феям Винкс за их смелость и жертвенность. Молодцы, Винкс! 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 Смелый Набу отдал свою жизнь, чтобы жили мы. Во имя Набу и во имя всех нас я прошу вас, уважайте, берегите и защищайте жизнь. Земные феи, возвращайтесь в мир людей. Поделитесь своей энергией, чтобы Земля стала прекрасней. Добро пожаловать в Гординию. Ваша жизнь продолжится с новой королевой. Новая королева? Но что будете делать вы? Я вернусь домой к своей семье. Ты правда вернешься со мной в Гординию, мама? Угу. Но, Ваше Величество, что же будет с нами? Рокси еще очень молодая фея. Небула, я хочу передать корону тебе. Но я предала и пошла против вас. Ты доказала, что ты мудрая и смелая, признав свои ошибки. Думаю, из тебя выйдет великая королева. Не было! Нам пора возвращаться в Гординию. Я скоро присоединюсь к вам, но сначала я должна кое-что сделать. Мне надо вернуть Набу на Андрос. Я понимаю, Лейла. Спасибо, скоро увидимся. Давай, Арту, вставай, принеси мячик. Давай, мальчик. Это же твоя любимая игра, беги. Я знаю, я тоже скучаю по Рокси. Но не волнуйся, она вернется. Привет, Арту! Привет, папа! Привет! С тобой кто-то хочет поздороваться. Клаус? А мы знакомы? Думаю, да. Я не помню вас, мадам. Волшебство магов Черного Круга исчезло. Вспомни все! Помнишь меня, Клаус? Моргана. Вам надо о многом поговорить. Мы оставим вас. Подождите, я хочу, чтобы вы тоже знали правду. Королевой фей быть хорошо, но ты теряешь связь с реальным миром. Вы читали истории о том, как феи общаются с обычными людьми? Я хотела жить среди обычных людей. Я хотела быть особенной без волшебства. И тогда вы встретили Клауса. Да. И я поняла, что он моя половинка. Мы полюбили друг друга и поженились. И вскоре у нас родилась девочка. Я была готова оставить королевство ради своей семьи, но потом пришли маги Черного Круга. Агрон был одержим. Он напал на нас и взял меня в плен. Маги стерли память обо мне у Клауса и у моих друзей. Все, что напоминало обо мне, исчезло, как будто меня никогда не было. Но Агрон ошибся. Не все земные феи были пойманы. Одна была слишком мала, чтобы показать свою силу. Это тебя и спасло. Из тюрьмы я могла общаться с Рокси, появляясь в ее снах. Я говорила с ней и предупреждала о магах. А остальное мы знаем. Но это уже позади. Начинается новая жизнь. Это точно. У тебя новое королевство, семья и собака. Иди сюда, мой любимец. Любимец? Волшебные зверьки.
Быстрее! Я боюсь смотреть. Страшно представить, что они там устроили. Не говорите мне, это опасная зона? Да? Тут сплошные руины? Невероятно. Привет, есть кто дома? Привет, малыш. Не волнуйся, Лейла скоро вернется, вот увидишь. Вы молодцы, в доме никогда не было так чисто. А мы-то думали, тут будет безобразие. Смотрите, никакой пыли под ковром. Ничего. Хорошо, я признаю, вы отличные хозяева дома. А? Хм. Что происходит? Только завтра, но для тебя мы сделаем исключение. Привет! Привет! Два исключения, это тоже исключение. Сколько вас тут? Я-то думала, что хоть немного отдохну. Так нечестно. Я с вами еще не закончила. Дома поговорим. Свидание. Пока. Открыто, закрыто. О, я так устала. Спасать вселенную и то проще. Не знаю, как вы, но я буду спать. До завтрашнего утра. Мы открываемся в 9. Можно войти? Мы закрыты. И для меня тоже. Джейсон? Я везде искал вас, девочки. Где же вы были? А это длинная история. Главное, что мы вернулись. Точно. Теперь вы подписали контракт, и вам придется немного поработать. Надеюсь, вы не передумали, а? Знаете, снаружи тысячи людей, которые мечтают о том же, о чем и вы. Так что, если вы отказываетесь, на сцене ваше место займет кто-то еще. Мы никогда не отступаем, Джейсон. Тогда готовьтесь к выходным. Хочу организовать особенный вечер. Насколько особенный? Прощальный вечер. Вы выступите в баре Fruity Music в последний раз. Думаю, вам надо идти вперед. До свидания, дамы! И что теперь? Это Скай. Похоже, день еще не закончился. Прости, Блум. Я бы хотел остаться еще, но наша миссия на Земле закончена. Я давно не был в своем королевстве. И нам надо вернуться в школу Красный Фонтан. Но мы же увидимся через несколько дней, правда? Да, но... Как? Есть но? И не одно но. У нас очень много дел в Гардинии. Например, наш зоомагазин. Видели бы вы сегодняшнюю очередь. И еще наша музыкальная группа. Мы организовали ее для развлечения, но теперь... То есть теперь вы не вернетесь в Магикс? Вы это говорите? Вы фея, охраняющая волшебную вселенную. Я знаю, Скай, нам надо принять решение, нам надо многое обдумать. Но не волнуйся, скоро мы снова будем вместе. А как же мы? Когда мы снова будем вместе? Знаешь, Ривен,
последние несколько месяцев я начала понимать тебя. Я помню, что должен измениться, и я знаю, что сделал слишком много ошибок. Пожалуйста, дай мне еще один шанс. Я не хочу терять тебя. Я знаю, что... Тихо. А что будет с Набу и Лейлой? Ничего не говори, Ривен. Ничего не говори. Что? Я могу вам помочь? Лейла! Мы с Набу хотели жить в этом мире. У нас были мечты и надежды. Я тут одна, и я вспоминаю время то, когда ты был здесь со мной, и было все хорошо. Ты мой лучший друг, я помню твой первый поцелуй. Витала любовь вокруг, и открылась правда вдруг. Я смотрю вокруг, и все напоминает мне о нем. И поэтому я хочу остаться. Мне жаль прощаться с вами. Мне будет непросто найти таких талантливых официантов, как вы. Спасибо за все, Клаус. Нам было весело. Говори только за себя. Вы оставляете меня не вовремя. Что скажете, парни? Может, в последний раз? Давайте. Считайте, что это наш подарок. Да, это на пятый столик. И поторапливайся там. Я буду черничный сок. Вон ребята. И Моргана. И Джейсон? И... О, нет! Я не верю! Директриса Фарагунда! Что вы тут делаете? Как я могла пропустить концерт? Я так горжусь вами, девочки! И я горжусь вами, Рокси! Директриса, если еще не поздно, я хочу вам сказать... То есть, если ваше предложение еще действительно, я очень хочу поступить в школу Алфея. Я не думаю, что это будет сложно. А вы, девочки? Мы хотели с вами кое о чем поговорить. Мы долго это обсуждали. Мы решили, что мы продолжим быть феями волшебной вселенной, но мы не откажемся от своей мечты. Возможно, это будет непросто. Но если во что-то верить по-настоящему, возможно, все. Ваше путешествие по дороге волшебства сейчас проходит через Гординию. А теперь идите. Ваш выход через минуту. Пытаюсь разобраться, но ты загадка, вот беда. С тобою мы то близко, то далеки, как никогда. Хочу я догадаться, что у тебя на сердце, а то так одиноко мне. Сегодня я с тобою, а завтра я грущу одна. Сойду с ума. Лишь обними покрепче, скажи, что любишь вечно. Но я так больше не.